изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурвандиля. Я потом разом хочу все улучшить. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Или добить их уже. Конец и давай добьем. Всего. Здесь все рядом. Когда об этом пророчестве как раз следующую серию начнем. Он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа. И топор прокачаем. И та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. Блин, легенда прикольная. Завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько... Подлость, варварство, жестокость... Да, это все Один. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великан. Гади. Но, несмотря на свой рост, был несомнен... Будет, конечно, со временем. 600 тысяч стоит. Тамур очень дорогое удовольствие. И надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но... В груди ну, со временем. Хримтура билось думаю, через месяц где-то работать. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный да. каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. Что-то это без монтажа. Он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Воу. Тор убил его. О нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Ля, Вася пал. Не, это по основным. Потом, ребят, по допам. Все-таки вы правы. Надо все равно побольше уже это делать. Надо к основным уже квестам переходить. Враги. Я жду тебя. Что за черт? Впереди враг. Почти готов. Да какие это враги? Я думал, тут кто-то... Готов. Это ты вовремя. Брат подошел. Почти готов. Ты нормально себя чувствуешь, а? Может быть, стоит. Ты чё? Дура. Тормози давай. Добиваю его. Нужен резец? Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. Если оборотень воет, значит он впадает в ярость. В этом состоянии он может двигаться очень быстро. Найс. Аж... А как?
Найс. Ну вот, ничего не вышло. Понял. Погоди-ка. Но это было логично. О, отличный ход. Спасибо. Его идея. Ставим. Еще одна комната. Боюсь, заперта магией. Погодите, ну хорошо. Не, ну здесь грех. Там сундук халявный. Я думаю, с одной стороны, если проход, а с другой ты чё? А с другой это мне такое надо. Сталь. Я так чувствую, в следующей серии мы очень жестко прокачаемся. Ой. Не то нажал. Сорян. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Найс. Волшебный замок. Угу. Так чувствую, нас тут встретят. Очень так неплохо. Здорово, пацаны. Слушай, а здесь дроп уже золото другой. Здесь уже прям наверху чувствуется. Есть. Геймпад слышно, отодвинь. Рунное оплечье из драконьей кожи. Усиленная оборонительная броня, повышающая силу рун. Мне такой не надо. Привет. Ты недооцениваешь удары щитом. Там еще полоса желтая есть под ХП врага. Когда еще она заполняется, можно легко добить обычных врагов. Вот он! Врагов. Найди так кончик резца, в нем вся магия. Спасибо. Обалдеть. Впереди враги. Жду команды. Рома! Прости, я не готов! Во-во-во-во, тормози его. Тормози, брат. Ну и злобный же ты, гад. Так. Вы прикиньте, какие масштабы. Зачем битвы здесь были. Альфхейма? Не знаю, сынок, но сейчас мы
Здесь все залутаем быстренько. Отрей, ко мне. Я иду, иду. Обалдеть. Прикинь масштабы, смотри, это рука что ли его, да? Обалдеть. Просто... Я представляю, какая здесь битва была. Латные браслеты. Неплохо, но силу рун пока... Пока что я не качаю. Пока. Так. Хм. А где ж тут? Что это такое? Что оно дает? Неплохо. Фига себе здесь комбинации. Да ладно. Один есть. Так, а ну-ка. Что это значит? Ну-ка, сынок. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд. Когда-то Кратос был таким же. Ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. А, это этой парашей опять забито, да? То есть где-то есть... Слишком просто. Да ладно. Нормально вы придумали. Слишком просто. Так. И последний. Угу. Застывшая смола мирового древа. То, про что я и говорил. Бам. Есть. Есть пробитие. Поехали. Вот только куда вот этот тараканец, вот это вопрос. Так, ну-ка подожди пока что. Ага. Еще одну не нашел. Еще одну не могу найти пока. Сейчас поищем. Так. Блин, пипец масштабы. Просто. Просто какие-то жесткие. Так. Понял, принял, обнял, поцеловал. Чат умер, ну пусть все сидят, смотрят, все залипают. Всем интересно. Рума! Угу. Ну, сейчас откроется. По-моему. Угу. А ну-ка. Что-то... Просто сундук, что ли, обычный? Тю. Я-то думал, здесь что-нибудь прям мега крутое будет. Что здесь? Знак следопита. Не знаю. Неплохая тема. Стакается урон от бросков, но...
Не так уж и часто я топор на самом деле бросаю. Но может пригодиться, согласен. У меня только один вопрос. Зачем здесь вот это? Да ладно. Давай бы конем. Пыль миров. Просто халявная пыль миров. Ля, какой лежит Вася. Это, блин, масштабы, кто рисовал. Я вам побрыкаюсь. Это борода, вот это я понимаю. Голова Тамура. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Понял. Все, короче, парни. Так, а ну-ка. Минус дурачок. Понял. Бля, черт какой, а. Минус дурачок. Это говорит Кузя, друг Аленки. Мама. Опа, вот это будет интересно. Ёпта. Дурной, что ли? Найс, прилетела. Слышь ты, мартышка. Не надо. Да выпускай давай. Поехали. Ну-ка. Блин, не попал. Не попал. Охренеть, блин. Тормозите. Обидно, да? Своему же. Своему же подогрел. Это сейчас что такое, я не понял. Так. На море синее мы панцуем под минимал. Найс, попили пивка. Так, сюда мне втор... О, привет! Снова вы? У меня поднимайте. Получается. Здорово. А я чё, я ничего.
Не, а чё они? Так, ну чё, всё, поехали. Блин, обалдеть. Тут сейчас скриншоты будут крутые. Ля, борода. Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, смотри. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. Как он это делает? Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Тупо гном. Ног спрашивал обо мне? От него сим. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Опять работа. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Пожалуйста. А что, так можно было? Сделал. Я могу сделать что угодно. Так, а ну-ка тормози-ка, мой чё угодный брат. Ай, почти сталь закаленная. Запас стрел до 4, конечно, давай. Нормально. Все, максимум. Чего? Улучшает. Улучшить, все, я понял. Купить, продать. Ну да. Отлично. И не забывай дышать. Красота. Хрена, волшебник, мать его. Так, вот здесь вот под вопросом на самом деле. Руну бы я не продавал. Блин, не хватает мне угольков. На угольки это надо идти в этот фармить. Ля, какой красивый. Вот бестолковая броня. Уже золото можно крафтить. Это, ребята, на арену надо идти. Увидимся. Арена это жопа. Жопа. Не, малому выстрелу мы правильно сделали, что мы прокачали. Что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Рума! Ой. Пусть мама услышит. И чё? Что это такое? Там он еще, вижу. Да ладно. Да. Давай, та.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Можешь попасть? Ой. Осторожно, здесь же моя мастерская. Ну, бывает. Иван, ну что, Михалыч? Нифига себе усы. Носи усы. Носи усы. Носи усы, носи усы, носи несы. Я еще угадаю. Ой. Что-то ты, брат, какой-то невменяемый, по-моему, нет? Не могу. Слышь, а что это он какой-то мутный-то? Ни хера себе! А если я? А? Чуешь? Есть пробитие. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тормози, ты чё, брат? Я слежу за ними! Да твою мать! Охренеть! Получил? Нифига себе, викинг! Ля-ля-ля, чё мутит? Вот чёрт, а! Домой, к маме. Ой, нани-нани. Я понял, я понял. Все, вопросов больше не имею. Все, смерть. Нормально. Охренеть, это стиль краба, что ли? Стиль рака? Не понял. Шито, это что такое сейчас было? Так, ну вот эти стрелы пободрее против него идут. Обидно, да? Ой-о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 й
Ну-ка. Так, а ну-ка, малой. Шибаник по пацанам. Давай, 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 добирай его. Так. Продолжаем наш разговор. С дурачком с этим. Пока нет. Опта! В целом, брат, у меня вопросов. Вопросов, братан, больше не имею. Он вообще хоть что-нибудь чувствует, нет? Бывает, нет у тебя такое? Какие-нибудь вообще позывы он чувствует? Кстати, вот эти волки его нормально должны надамажить. Попасть. Обидно, да? Черт. Нормальные такие путники.
Ну, я бы не сказал, что они сильно прям мега какие-то эти. Путник героев вдобавок к прочной броне уносит на спине огромный щит. Убить его еще труднее, чем простого путника. Так это еще какой-то и герой оказался. Неплохо. Так. Мимир, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить Погодите, мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. А, просто зайти. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великана. Но как война богов касалась великанов? Я прошу прощения, ребят, я забыл навык и пытаюсь его использовать как нуб. По-моему... забыл навык. R1, что там было? Дело сделано. Лехазу, спасибо. И комариков в клубе будут присутствовать. Будут. Там был... Вот она. А, ну это во время этого. Во время боя. Это ярость, все. Это все, что с щитом связано. Руками, да, надо побольше сделать. Ручной бой по косарю, в принципе. Можно докачать. Да не вся основа, в принципе, руками. Они не принимали участие в этом Можно. Безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Нормальная инфа. Что ли? Да. Ну-ка. Слушай, а там тоже, наверное, что-то будет. На, вот тебе и Тор. Угу. А дальше? Найс, папа лазит. Рума! И? Что теперь? Еще кристалл. Дай знак. Что он дает? Пока не пойму. Угу. Вот эта херня как-то должна раскачаться и разбить этот. Все, я понял. Да ну ты серьезно, а? Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Да. Найс, пацаны. А.
Сундук, ребят, хрен с ним, я не понял. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. Охренеть. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромное. Я понял. Хорошо. Ясно. Ну, в целом, как бы понятно, сыночек, по-моему, немножко дурачок. Нифига себе, Спарта! Неплохо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Как? Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. А, батя, конечно, суровый. Сейчас я так чувствую, такой аттракцион будет, неслыханной щедрости. Держись. Йиху! Поехали! Ай, ну давай. Ой. А, все это плохая идея. Да не, нормальная идея. Нормально, нормально. Сейчас он долетит. Силу рун. Спасибо. О нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Так, чего? Че, его подсадить куда-то? Я прошу прощения за то, что затупил. Как бы это? А куда школьник нас? Ой. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Как знаки? Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Зима. Зима. Тихо, голова. Песню мы тоже не любим. Ясно. Сна. Лето. Осень должно быть говно нарисовано. Что-то осенью все отлично. Да в смысле? Ай, ну давай. Не вышло, но в маминой песне было так. Сейчас с шины прострелю, выйдет. Господи. Да где? Зима, весна, лето, осень. Где осень? А, ну да.
зима, весна. Зима, весна. Лето. Дергай. Genius, genius, genius. I am Trey, professional player. То слово. Фола значит длиться. Длиться. Попробуй. Фола. Ой. А это не я сказал. Отлично, парень. И пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. Что мне так подсказывает, что сейчас... Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам это магия. Очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну... Оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Братан, не делай. Осуждаю. Пацаны просто куда-то в помойку улетели. Хрена себе, что-то я там. Малой там чисто. Это. Пиши дальше, пока пол не обрушился. О. О нет. Стреляет. Так, первый пошел, второй пошел. Есть пробитие. Давай, шамань там, пока мы нахрен не улетели в вонючие дали.
Слышь, малой, ты там давай это, пошепчи что-нибудь. Санктум Спиритум, давай что-нибудь шепчи. Пока мы не улетели. Только это. Кто там, кто там, кто там? Какой чок? Продолжай. Давай, 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 малой, это вот по твоей части, вот эти вот и говнодемоны, вот это вот твоя тема. Помоги! В смысле? Нахрен. От мелкого. Ууа, блин. Слышь, брат, пожалуйста, там сделай что-нибудь. Христа ради. Ну ты-то откуда тут, мать? Лапкун, пожалуйста, что-нибудь сделайте, а? Давай. Мы почти на вершине. Вот это сейчас просто было, я не знаю. Понял я. Отец, чаша упала, все рушится. Куда? Найс, папа вакнул. Молодец. Спасибо. Я сынов. Да пошутил я, старый ты ворчун. Это было очень жестко. Это было прям мега жестко. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Сейчас толкну, проверяй. Готов. Откуда голос ночей не пойму? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Малого троллит, говорит, толкай изо всех сил. Сейчас малой вниз улетит. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед. Кривда. Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ага. Хорошо. Идем дальше. Получил по чуче. Нечего там. Я нормальный. У меня справка есть. Ни о чем. Резец! Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Помни это, голова. Сундучок внизу. Сундук со сказками!
Ты не сюда! Найс, пивка попили. Я хочу вот... Как мне... Да пожалуйста. Но мне надо. Не очень-то и хотелось. Понял. Это мне такое надо. Так. Никто не знал, а я Бэтмен. Найс, пацаны, у вас тут. Ку-ку, ёп. Бальдром. Племянники? Да. Магни и Моди. Биба и Боба. Тора. Мама Два. Говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось, и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Два рожеборода, да. Опа, а вот и последний. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Проверяй. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. В смысле? Я оживил обстановку. По-моему, нормально. А че он жалуется-то? Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Погодите, тут какой-то замок. Вот с этой темой. А куда он дальше летит? Ой. Не понял. А, за стеной, он же сказал. Ты дурак, что ли? Рубай страшно, брат. Ну нахер. Да я не хотел. Сейчас, погоди секунду. Тут Хьюстон Вивгота проблем. Ты здесь откуда? Да, конечно. Ну-ка, пса, достреливайте. А, Найс, там еще что ли? И мать псарня, а? Осторожно, сзади! Да Найс, пацаны! Чего? Погоди, тормози, брат. Я тут мальца отхилюсь, ладно, с твоего позволения. Да уж так.
Да не-не, тормози, тормози. Ну, отгребаешь ты, брат, нормально прям. Малоис отлетел в помойку. Малоис зарешал. ГГ. Это третий, да, по-моему, уже такой? Вижу выход, но туда не добраться. Стадо кабанов. Не-не-не, у меня волки вообще нормально, ребят. Король Камнебород. Это король вообще-то. Мама говорила, что Камнебород назвался королем только потому, что с ним боялись спорить, короче. Ну да, если уж хватило наглости присвоить королевский титул, надо быть способным его защищать. Камнебород это мог. Он не проиграл ни одного боя. До сих пор. Ну, типа... Что я, конечно, не дурак. Показывает туда. Как же сюда залезть-то? Может быть, еще просто накинуть камушек? Ничего себе, ясно. Я уже не знаю даже, если честно. Ух, ёп, ты чё, угораешь, что ли? Слышь, ты чё? Черепашка ниндзя. Лё, какой он? Блин. Вот тварь, а. Да ты гонишь? Негативе, парень, вообще просто. Я его потушу. Охренеть. Блин, этот вот этот что-то какой-то жесткий был тролль. По-моему, тролль же это, да? Больше нет. Ну-ка. Свирепый огр. Я забываю, все путаю с троллями. Это огр мельче обычных, но зато умеют прыгать намного дальше. А еще они воняют. Интересно, откуда почему-то типа такие злые? Ни хрена себе, ОПГ у вас целая. Поехали. Удачненько. Парня к вам зашел. А ну-ка. Сейчас сын их всех разрулит. Смотри, чекай. Мой господин, спасибо, брат.
можно пройти там. Охренеть, тут целая арена. Свирепый оборотень. Все, мы всех достали. А, ну это я самый последний, конечно же, угадал, да? Это я типа угадал, где проход. Ну это как обычно. Ля. Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Эй, Синдри, мы кое-что нашли. Броню? О, надеюсь, что это броня. О, путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Когда найдете доступны новые рецепты, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Блин, он к живучести немерено дает, но это не то, что нам нужно. Нам вот что надо. Эх. Забери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. Хватит дурить, делай то. Магний, кстати. Погоди-ка. А ну-ка. Не зря я сюда сходил. Поехали. Ну что, сейчас мы их найдем. Пойдем. Ну и че, где эти? Биба с Бобой. Сейчас жопа будет, я прям вангую. Сейчас здесь скорее, файт брат, будет. Здесь добудем прям кусок риса и уйдем, пока они не заметили. Здесь прям арена целая. Этого требует все отец. Нет. Извинись, это требует хардплей. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Не прокатило, иди. Пацаны. В смысле, иди? Ой, далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Найс начало, пацаны! Так, а ну-ка. Хули с детки, что ли? Недорост мой! Держи в курсе, брат. Еще раз сынульку моего обидишь, я тебя... Не помню, когда у нас был достойный. Да, это будет весело, парни. Нормально вы там пацану-то дамажите, нет? Охрененно. Охрененно. Это было просто охрененно. Твою. Ну, кстати, должен, по идее, накайтить.
Слышь, ты чёрт. Плохо выглядишь. Он меня ещё одной рукой поднял или мне показалось? А, ну и дела. А, он хилится так. Он хилится. Тот тип хилится, его надо бить. Слушайте, ну это будет сильная битва с этими братьями. Не указывай мне, что делать, брат. Надо ловить его атаки. После атаки надо по нему дамаг. Нет, говоря. Вот чё там. Чё, кто-то отлечится. Как его? Как его бить, когда он лечится? Скажите мне. С ним делать, ёб твою мать. Я не понимаю, что с ним в этот момент делать. Не вижу. Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок. Как ты только еще жив? Твои тощие ручонки ведь еле держат путь. Сказал, заткнись. Успокойся, сын. Заткнись и извинись. Ух, ни хера себе прилетело! До свидания. Я тебя понял. Поехали. Вот тварь, а. Соберись! Брат, держись! Yeah.
Нихера себе! До свидания. Короче, пока один валяется, его бить без толку, его ничего нельзя не пробить. Но это меня уже радует. Перестань, соберись. Я ему там надамажил. Уверен, он надамажил. Не трожь его! Красиво. Не ври. Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке! Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Идиот! Сыны Тора уничтожат! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да? Берегите, суродцы! Это мой любимый конец! Нихера себе! Прекрати! Сын, соберись! Ты гонишь, что ли? Ты кто такой-то вообще, Вася? Какой ты черт! Найс, пацаны. Что по таймингам? Заткнись, ублюдок! Атрей! Да вы гоните, ёпта, вы... Вы чё, черти? Охренеть! Они типа какой-то силы нателены, они типа какие-то полубоги. Хилься, мне чем хилиться? Саблями своими? Просто конченый. Отрыв!
Все, жопа. Как от этого уворачиваться? Они кастуют это мгновенно, эту херню свою. Но он сразу подхватывает, сразу под этот. Охренеть! Я не знаю, как вообще от этого уворачиваться. Не знаю, что делать. Да как же с ними бороться? Yeah.
Ты даже не представляешь! Ах ты мерзавец! Черед! Держись, Дэнфрус! Башку тебя оторву! Пацану не очень хорошо, по-моему. Болезнь. Лихорадка вернулась. Охренеть. Нет! Нет! Суин! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Блин, ну одного мы минусанули. Надо за ним следить. Обалдеть. Магни, старший сын Тора. Вообще-то сейчас вальнули. У него был огромный меч, сила молнии и очень дурной характер. Папа его убил. Закаленные молнии и металл используются родичами Тора. Используются для улучшения рукояти с эффектом шока. Встречается в тайниках, отмеченных на карте сокровища. Это, можно сказать, как сокровища нашли, короче. Здорово, дядя Леша. Смотрю твое прохождение. Достойно. Весело. С огоньком точка сам Спасибо. Проходил на высоком уровне. Но на боге воина не рискнул. Мне кажется, это уже полный аналог. Итак, мне хорошего стрима. Согласен. Спасибо за сатен, брат. Спасибо, ребят, за подписки и за бабки. Спасибо вам огромное. Хватит? Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунгей. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались. К та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Опа. А вот и дверки потайные. Ты убил Магни. Это точно. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Интересно. А где? Тормози, тормози. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. А, вот оно. Нашел. Раз. Трома!
Где же еще? В основном всегда на каждом ярусе есть. Угу. Два. Наверху. Видишь? Есть же еще один. Вопрос. Не, ну здесь вряд ли будет. Это я упустил еще одну. Пока не понял. Я пропустил. Полюбасу что-то где-то лежит прям вот на самом видном месте. Это как всегда. Где ж ты лежишь? Кто-нибудь видит? Прячусь с каждым разом все сильнее. Я просто реально не вижу последнюю. Элис, расслабься там маленько, нормально все. Где, ребят? Не вижу. Не могу найти. Подсказывайте здесь, чтоб я долго не искал. Лёх, ты красивый. Это важно. Ты видишь? Наверху, а конкретнее. Смотри внимательно наверху. Не пойму, где. Пойму и все, хоть убей. Ну, ребята, значит, в комментах напишут. Я хз, где здесь. Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ Шейн. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится как... Так, ну это человек. Понятно. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Так. Ну, лучше. Ну, шея твоя. Поехали. Доступны новые способности для Левиафана нашего. Эй, ну а ты, юноша? Ведь было что-то еще.
Сражаясь голыми руками, прицельтесь. Угу. Здесь мы уже разберемся, я думаю, в следующей серии. Все, всех обнял, давайте на связи. Удачи, ребят. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.